Всем привет! Мы очень часто используем общеупотребимые термины, не всегда задумываясь об их значениях. Но за простыми понятиями, на первый взгляд, часто стоят сложные смысловые конструкции. Сегодня поговорим о рынке. С вами канал «Справочное бюро предпринимателя». Сейчас все расскажем. Понятие рынка, на котором работает предприятие, не такое простое, как может показаться на первый взгляд. Обычно, когда говорят о рынке, упрощенно подразумевают рынок потребителей. Да нет, не этот. А совокупность физических и юридических лиц, которые покупают продукт или вот-вот собираются его купить. Но еще 30 лет назад появилась так называемая модель 6 рынков, описывающая взаимоотношения предприятий с внешним миром с точки зрения маркетинга. Итак, какие же это 6 рынков, на которых работает предприятие? С первым рынком все понятно. Это тот самый рынок потребителей. О взаимоотношениях с потребителями мы не раз говорили в наших видео, так что сегодня на них подробно останавливаться не будем. Вторая компонента — это так называемый рынок рекомендателей. Тех, кто так или иначе высказывает публичное мнение о вашем продукте. Мнение это может быть как позитивным, так и негативным, если не повезет. При этом сам рекомендатель — это может быть человек, организация, средства массовой информации. Далеко не обязательно сам является покупателем вашего продукта. И борьба за благосклонность этих экспертов иногда стоит дороже, чем за самих потребителей. Тут стоит вспомнить хотя бы ресторанных критиков. Сколько сил приходится положить ресторану, чтобы получить хотя бы одну мишленовскую звездочку? Ну а если получили, то можно и не беспокоиться о посещаемости. Столик в таком ресторане будут заказывать за месяцы вперед. Идем дальше. Еще один рынок называется рынком влияний. Бизнес никогда не существует в вакууме. Вокруг всегда есть какие-то структуры. И чаще всего государственные, которые в той или иной степени регулируют ситуацию на рынке. И если продолжить разговор о ресторанном бизнесе, почему бы и нет, если мы уже начали, то такой организацией будет, например, санэпидемстанция. А еще пожарная инспекция, например. Как говорят в армии, даже на голом солдате опытный сержант может найти 20 нарушений устава. Так что если конструктивные отношения с чиновниками выстроить не удастся, проверки и придирки просто не дадут вам нормально работать. Помимо государственных регулирующих структур, влияние на ваш бизнес могут оказывать и негосударственные. Всевозможные ассоциации, формальные и неформальные объединения. Следующий важный блок – это рынок поставщиков. Поставщиков нужного вам сырья и материалов, а еще поставщиков услуг. Ну не получится у вас приличного ресторана, если вы не найдете хороших продуктов. Причем бесперебойно и по приемлемой цене. Конкуренция на этом рынке тоже высокая. Возможности лучших поставщиков не безграничны. И очень часто за них разгораются настоящие битвы. Итак, 4 рынка перечислили. Осталось еще 2. Пятый рынок – это рынок труда и рабочей силы. В последнее время почти всегда число вакансий превышает число действительно хороших специалистов. И чтобы заполучить себе отличного повара или официанта, придется задуматься о том, насколько привлекательно выглядит ваше предложение на рынке труда. А тут имеет значение очень многое. И бренд, и стабильность вашего бизнеса, и условия работы, и социальный пакет. И это не говоря уже про уровень заработной платы. Ну и наконец 6 рынок. С ним интереснее всего. И это так называемый внутренний рынок. Ваши собственные сотрудники. А тут своего рода магия. Практически невозможно создать растущий и устойчивый бизнес, пока сами ваши сотрудники не поверят в ваш продукт. Он не обязательно должен быть лучшим на свете, но ваш персонал должен знать и верить в то, что это по меньшей мере отличное предложение за свои деньги. Или если еще проще, то официант вашего ресторана не должен вздрагивать от ужаса, если ему предложат попробовать какое-нибудь ваше блюдо. Ну, если, конечно, это не единственное кафе на вокзале богом забытого полустанка. Ну, а это уже частный случай. Что за бизнес без конкуренции? Ребята, окна не открывать. Так душно же. Комары налетят. А мы свет выключим. Тараканы набегут. Вот такая вот конструкция получается. Под названием «Модель 6 рынков». И теперь, если вы услышите, что какое-то предприятие занимает прочную позицию на рынке, то вы будете понимать, что потребители любят и знают его продукцию. Рекомендатели поют хвалебные отзывы, регулирующие органы не имеют к этой компании претензий, поставщики стоят в очереди, чтобы заключить с ней договор, специалисты заваливают кадровую службу своими резюме, а сотрудники гордятся тем, что здесь работают.
работают. Именно этого мы и желаем вашей компании. Ну что же, на сегодня все. Спасибо, что смотрели. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал «Справочное бюро предпринимателя», а также нажать на колокольчик, чтобы не пропустить еще больше полезной информации. И, конечно, пишите комментарии под видео, мы их обязательно прочитаем и обязательно на них ответим. Увидимся!